Получилось все, что хотел. Пробуксировал где-то 3-4 метра двухтонный Volkswagen T4. Советую всем не останавливаться на достигнутом. Вес автомобиля 2 тонны. Было, конечно, много дублей, так как тут горка местами идет и колеса уходят в низину, но в итоге получилось хорошо. МБПА сила. Готовьте все на международный турнир, всех зову на международный турнир «Стальная битва 2», который пройдет 13 октября в городе Караганда. Приезжайте, будет интересно.